Дорогие одесситы, в преддверии наших долгожданных новогодних и рождественских праздников Одесским городским советом, оргкомитетом по празднованию Нового года были разработаны целый ряд мероприятий, которые с учетом тех ограничений, которые сегодня есть, помогут создать праздничную новогоднюю атмосферу в городе. Итак, 19 декабря, ко дню Святого Николая, зажгутся яркими огнями центральные городские елки. На Думской площади, на улице Дерибасовской, в парке Горького, возле райадминистрации города. Также с этого дня начнут по городу курсировать горэлектротранспорт, который также будет украшен яркими, красивыми огнями. Что касается любителей различных активностей, то в городе будет установлен как каток на Греческой площади, так и рождественская карусель возле памятника Дюку де Ришелье. По Приморскому бульвару будет курсировать новогодний трамвайчик для самых маленьких деток. Также, кто любит угощения, на Приморском бульваре смогут угоститься на детской ярмарке тем угощением, которое больше всего любят. Стоит сказать о том, что с 26 числа начнет действовать колл-центр «Снегурочки Деда Мороза». Также в летнем театре городского сада будет действовать резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Также в новогоднюю ночь состоится праздничный традиционный фейерверк. Однако в этом году он будет происходить в каждом районе города, и каждый житель своего района сможет, не выезжая в город, увидеть это праздничное действие. Все мероприятия, которые были подготовлены Одесским городским советом, они, конечно же, учитывают те ограничения, которые сегодня есть. Мы советуем всем соблюдать масочный режим и по возможности оставаться дома со своими родными и близкими и отметить Новый год в кругу друзей, в кругу своей семьи.